Заводная игрушка. Михаил Плецковский. У меня игрушек много, от слона до носорога, но пока что ни одной нет игрушки заводной. У меня полно игрушек, кукол, кубиков и пушек, барабанов и гармошек, ванек-встанек и матрешек. Но мечтаю о такой, чтобы ключ крутить рукой, чтоб пружинка пригодилась, чтобы игрушка заводилась и бежала по столу, и кружилась на полу, или, выпрыгнув из рук, улетела в небо вдруг.